Здравствуйте всех вас! Рад видеть на канале. Сегодня в ролике посмотрим, что там у нас с огненными барбусами. Эксперимент. Кормил их омлетом с астаксантином на протяжении недели. Ну и посмотрим результат. Кстати, напишите ваше мнение. Заметны изменения или же нет? Потому что вот я через камеру смотрел, ну, практически ничего не изменилось. А когда вот глазом смотрю, изменения заметны. Да, не такие, как я хотел бы, но все-таки вот изменения в окраске рыб и есть. Нужно заметить, что дозировка была минимальная. 1 грамм, возможно, даже и меньше. Ну, как говорится, хватит болтать, все посмотрите в ролике. Кстати, я там все подписал по дням. Также, сколько раз в день я кормил омлетом с астаксантином. Это, на мой взгляд, очень важно. Всем вам приятного просмотра. Вот такой вот корм получился замороженный. Омлет замороженный с астаксантином. Очень такое тяжелое название. И вот, посмотрите, вот эти барбусята вот так сейчас выглядят. Будет проделан эксперимент, как они окрасятся или нет. Ну, не знаю, вам будет видно или нет. Как бы глазом, мне кажется, лучше видно, чем через камеру. Ну, посмотрим. Я сейчас его разделю пополам. Вот так вот он разломился. Сейчас посмотрим, как они омлетик будут кушать. Чуть-чуть осталось. Ну и вот частички падают, видите, от омлета. И вот они потихонечку его будут так вот подъедать. Фильтр я выключил, потому что частички мелкие. Ну и думаю, потихонечку все съедят. Я туда вообще ничего не добавлял, хотя можно было сухой корм добавить, там, гамарус это, или тетрадискус, или дафнию сухую, ну вот, для запаха как бы, да. Ну и так он потихонечку, видите, подъедает, падает там, они пока распробуют. Я думаю, что скушают все с удовольствием. Ну вот, буду кормить их каждый день вот таким вот кормом. Буду кормить их, конечно, и другими кормами, и сухими тоже буду кормить, и мотылек мороженый буду давать. Посмотрим, как они окрасятся, вот эти барбусы. Очень мне интересен этот эксперимент. Думаю, вам тоже будет интересно. Ну вот, я думаю, даже через камеру будет видно, если это не просроченный астаксантин. Все может быть хорошего качества, если астаксантин, то, думаю, результаты не заставят себя долго ждать. Вон они как потихонечку там все. Пусть кушают. Thank you.
сегодня 8-й день кормления омлетом с астаксантином. В принципе, они его кушают довольно-таки неплохо. Не скажу, что прямо вот так вот набрасывается. Допустим, там как мотыль они кушают, или трубочник, дафни, или циклоп, они гораздо лучше, конечно, кушают, но и омлетик они кушают неплохо. Ну и результат, могу вам сказать, меня порадовал. Я не скажу, что вот прям то, что я ожидал, но результат есть. Просто надо учитывать то, что дозировка астаксантина была минимальной, самой минимальной.